Всем привет на уже шестой Айвана Соботе. И сегодня мы рассмотрим очередную пачку каких-то там не очень, а может быть даже и нормальных Айван, которые вышли за прошедшую неделю, получается с 12 сентября по 19 сентября, то есть сегодняшний день. Привет, Тор, Гоги Бастие, Дефендер, Хиппи, Индивис, кто-то был еще, Владислав, который за меня написал заголовок в чате. И сразу с места в карьер, короче, первая Айван называется I wanna be the Kazika Game 1. Загружается. Так, соотношение немножко хромает, ну ладно. Так, по громкости, что там? Наверное, как-то так, да? И надо запустить еще... Постоянно забываю про это хоткей запускать, я сейчас все запустил. Отлично. Казика. Вот такая вот казика. Так, посмотрим. Кто читать чат будет? В смысле? Я. Не, ну... Лол, а как на хард попасть? Там, наверное, скрытые, да, эти... Нет? Прикол. Так. Ох ты ж. It's Bashi time. Вон там, видите сейвы? Музыка рестартующаяся. За что это такое? Ну... Блин, а окно каждый раз на центр отвлекается. Шифт-дел. Подожди. Да вроде не особо сложно. Просто чуть-чуть дурацкий прыжок надо выполнить, и там уже сейв. Привет, Агенлаш. Явно делал школяр, ну, а что ж ты хочешь-то? У нас начался сентябрь, дети в школу пошли. А, после прохождения медиа... А, Impossible, главное, сразу открыт. Ну, нормально. Так, я понял. Ну это вот из Bashi Time, короче. Да выпрыгни. Все. Да блин, тяжело. Блин, да там еще прозрачный блок. Да блин, не могу привыкнуть. Блин, а запороть можно, интересно? Да прыгай ты, стреляй ты. Да прыгни ты после рестарта, ну пожалуйста. Блин, и не рестарти после прыжка. Ну давай. Блин, я хочу это сделать. Да блин, ну попади по сейву, пожалуйста. Привет, КДМ. Давай, ну... Да стрельни, просто стрельни. Да блин, ну не, я не походу ГГ, да.
О. Да, опять. Да неужели запоролся ты-то? Привет, Антрон. Привет, Асатовки. Тираон и Шкипер, привет. Ну, короче, вы поняли. Я делаю скриншот, как обычно. И добавляю это к документу, в котором вы потом проголосуете за то, чтобы играл я в эту или в другую игру после того, как мы просмотрим все игры, которые за неделю вышли. Так. Ну, если что, мы это сначала начнем и попробуем сейф не запороть, если вдруг вы проголосуете за нее. Но я думаю, мы найдем что-нибудь поинтереснее. Ну, такое чисто лузов собрать, ну. Привет, покер. Я знаю, за какую группу проголосую, ну. Так, некоторые игры, как обычно, не скачались и так далее, там удалены уже были. Так, Гиппи, привет, или что будет Роллс, не помню. Значит, Big Universe Spike, да, есть. I wanna Big Universe Spike. То есть, я хочу большой вселенный шип. Название впечатляет. Привет, Декстер. Да, спайк название к добру, по-любому. Так, ну, медиум открытый. Ну, вы поняли. Ну, вы поняли. Изи. Отдай это пророку. Не, что-то как-то вообще не играется. Не, а так Crimson Needle выходила давно. Так. Ну, короче. Короче, это сразу. Такое сразу. Нету в списке Crimson Needle. Я сразу скажу, в списке Crimson Needle нету. Так, следующее. Сегодня у нас не так уж много наименований, так что, скорее всего, долго в какую-то поиграем. Так, следующую не удалось скачать. Называлась она I Wanna Eat a Lot of Spikes. Ну, возможно, что и хорошо, что не удалось ее скачать. Так, и после нее тоже нету. Тоже нету. А вот следующая есть. Следующая есть. И называется она... Так, я надеюсь, это запустится. Iwona WS3U. И там какие-то, походу, японские символы, которые надо удалить нафиг. Иначе не запускается игра. Вот, запустилась.
А, 2, в WS2. Ну, продолжение легендарной Ай Вана WS. Как тестируют? Да, как получится. Привет, Джокер. Вот же она, последняя грань. А, ну ее выложили уже после того, как я качал. Сегодня докачивал последний, и ее не было еще. Ну зачем ты сказал? Ну, нужен мне этот Crimson Needle, ну серьезно. Тор, это типа такая шутка по поводу этого, Абельенкова, да? Ну за во сколько заканчиваешь, типа пародия. Ты же играл в I Wanna Find My Destiny? Нет, я не играл, но я тебе ее советовал. Но я не играл в нее. Наконец-то продолжение. Хард. Пока что-то не хард. Ну, это для детей. Зайди на ссылку. Easy stage. Snow stage. Так, ну это что-то... Что-то какая-то слишком сложная боевая, она надо дропать. Привет, Нейрон. Сюжет сейчас попрет. Может и попрет. Да блин, не то. Ну, без смерти уже не получится. Но, блин. Прям сейвы за сейвами. Вот это скилл попер, да? Подозрительная игра. Да вот мне тоже так кажется. Чем-то знаменита I Wanna VS? Ну ты что? Ну стыдно такое, не знаю, серьезно. Ну... Объяснять очевидные вещи я сейчас не намерен, поэтому... Ну может и в чатике напишут. А, тут типа надо успеть. Интересно. Ну, если ты вдруг, Джокер, в итоге не понял, то, ну, это так, типа, шутка такая, ну, я хрен что за WS. Сея стейдж. Ну, сея стейдж-то надо пройти, по-любому, без смертей. А куда? А, тьфу ты, лол. Ага. Какая прекрасная Иван, так хочется удалить. А, Тора, какую тебя Ивану не хочется удалить? Ну, кроме тайм-машин. Привет, Безил Смит. Может, про дабл-шифт ты еще не знаешь? Вообще, вот, кошмар. Без дабл-шифта, я считаю, даже смотреть такие игры невозможно, не то чтобы там играть. Все хочешь удалить, ну... Хм, ловушка. Короче, тролльские уровни пошли, я понял. Ну блин. Не, ну если тут сложность сейчас не будет увеличиваться, то можно пройти по-бырому, короче. Не, ну в любом случае мы, наверное...
Ну, короче, посмотрим. Но больше там 30 минут мы точно не будем играть в нее. А сколько уже я в нее играю? Минут 5, да? Так, ну я так и думал, что что-нибудь произойдет. А куда тогда надо? Сверху таймер. А, ну да. Да, версия таймера у айванах. Ну это такое, да. Да блин. Что-то я не пойму, куда идти-то надо. Ну, понятно. Что за лазер? Какой лазер, лол? Ну хоть бы шип вылетел, какой лазер? Я не заказывал лазер. Ух ты ж. Нормал стейдж. То есть типа уже, я понял. Ну то есть типа был изи, теперь нормал пошел. В конце, короче, к импосибл придем, я понял. Джокер, я же объяснил. Да лол. Да что за ну нафиг? Ну лол, Тор, ты сегодня видел только две игры? А, нет, три, да? Так что рано еще говорить. А, на скорость. А, на мал? Не нормал, а на мал? Да это не Awaydance, это скорее мини-гонка. Но только в этой гонке я не могу убить участника, а он меня может. Ой-ой-ой. Ой. Блин. Но там прыгнуть надо. Ну знаете, такое есть. Ну типа, прыжочек. Да блин, ну серьезно. Да куда ж ты бежишь-то, торопышки? Прыгнуть надо вверх, а не направо. Ой, кто бежит, кто бежит, кто бежит, кто бежит? Ну, я пытался. Так, ну где троллинг? Сейчас что-нибудь вылетит, ну давай, что-нибудь зарастет, яблочко прилетит. Нет, просто я умер обшиб. Да, Джокер, ни в чем, я просто пошутил. Ну просто видишь, вторая часть, и я первый вообще без понятия, что за была эта часть. Я даже не знал, что первая существует. Нормально. Вот запрыгни ты, ну. Да блин, что так тоненько-то? Ну нет, ну только не эти прыжки. Понятно. Понятно.
А, ну здесь все-таки F, да? Да, лол. Needle Stage. Ну, вот на Needle Stage мы, наверное, дропнем. Ну, такое. Конечно, это не прям какое-то суровое. Не туда. Интересно, долго вообще игра? Ну это типа шипы для самых маленьких. Тут как-то сурово все равно немножко. Немножко. Ну, какой-нибудь там Stinky Cheese One, это левой пяткой бы прошел. А может он уже прошел эту левую пятку? I wanna kill the chameleon 0.5, ну да. Я бы даже сказал 0.35 где-то. Что-то с чатом он сам порой не прокручивается. Ладно, ладно, давайте все-таки перейдем к следующей игре. Вот. А эту я добавлю, если вы за нее проголосуете в конце, то мы ее продолжим, соответственно. Так. Следующий лот у нас I wanna be the SFC, что бы это ни значило. Что может быть SFC? Блин, даже не могу представить. Какая-нибудь там, не знаю, Super Force, там, чем-нибудь такое. И тут даже не написано, что такое совсем, что они такие не очень. Полторашка или чупышка, не знаю. Я не встречал. Мы бочкой играем? Ой, I wanna be the guy. Что это такое? Понял, где-то стена, да? Ага. Чё за? Чё за? Это лол, ну это тупость. А
куда? Что вообще делать надо? Понятно. А, это... К кому это приходит в голову, вообще не понимаю. Что это вообще значит? Вот тупоротый, блин. А как там прыгнуть надо или что? Я не понял. Боже, невидимые блоки, по-моему, там такого не было. Ну, только в шестом мире там чуть-чуть есть. А, ну в пятом мире, ну да. Индивис, я поиграл в нее. Поиграл, но не прошел. Я на боссе, я не понял, что надо делать. Я выживал долго, но это не принесло никаких результатов. А ружье дома забыл. Да, блин, она убивает. А, пока тут в какую сторону идти, я об этом не подумал. Да, блин, ну. Я пробовал, но никакой реакции не было, когда я попал. То есть я попал этим выстрелом, а он это, ничего не было, никакой реакции. Да я же не задел вроде, ну что же... Привет, Крейфиш, с вам. Так. Ну что с этим яблочком, ну? Так. И чё? И чё? Да блин. Тут на опережение никак не попасть. Всего-то. Ну, непонятно, какая была цель при создании этой игры, то есть... Как бы... Какая задумка у игры, да? То есть я понимаю, вот у любой, например, шипастой Айваны, да? Там задумка простая. Сделать сложный шипастый уровень, чтобы его прошли, да? Но здесь какая была задумка? Что это за наркомания? Я не понимаю. Ух ты, ё-моё. Это нормально, что такая центровка низкая? 20. Не знаю, у меня не мигал. Ну ладно, надеюсь. А из какой игры текстуры, я не пойму. Интересно, на лестницу мог кто-то забраться? Или что? Хиппи, ну не упарывайся. А, вон, на лестницу могу попасть.
Блин, ну и физика тут упоротая. Да, да. Хоррор Айвана? Да не, не думаю. Да что делать-то? Может, надо в это стрельнуть? Ладно, если направо пойти. Почему он такой маленький по сравнению со всем остальным? Что, это Лилипут, что ли? Черная стена. Это конец текстуры называется. А вниз, кстати, я уже не могу, по-моему, попасть никак. Так, блин, стоп. Нет, выстрелить не вариант. Как, куда, чего? Я не понимаю. Изи нелинейность. Ладно, мы это скриншотим. И я, конечно, занесу эту игру в голосовалку, но... Ну, как бы, я не рекомендую вам за нее голосовать, потому что я не знаю, что делать, и вам же на это смотреть, как бы... Одно дело, если там умираю, да, а другое дело, если я просто не понимаю, что надо сделать, поэтому... Не рекомендую ее. Так, следующее. По списочку. I wanna be the Twin Blaster. Прекратите спамить картинками. Привет, Муля. Привет, Элис. Пресс, shift. Сейчас только громкость убавлю. Погнали. Ой-ой-ой. Босс-телепорт? А, вы и Дэнс опять. Как это мило. Хиппи, хиппи, сейчас в игнор пойдешь. Я же попросил, не спамьте картинками. Ну, отвлекают же. И к тому же я сообщений не вижу. Ну, то есть, если что-то, ну, в тему, то ладно. Ну, просто так вот, ну, абсолютно не в тему. Я, конечно, могу просто отключить эту функцию, но не хочу, потому что когда в тему, то удобно скриншоты посмотреть и так далее. Так, ну, мне удобно смотреть, когда что-то важное присылают. Или в тему какую-то картинку, тоже пусть ржачную и так далее, но в тему когда, то это, ну, прикольно. Ну вы поняли. Вы поняли. Можете голосовать потом за эту игру.
Но ничего хорошего из этого не выйдет, я вам это гарантирую. Поэтому переходим к следующей, которая... Называется I wanna go the block kid, то есть я хочу идти по заблокированному киду. Не или к, или. Ну я, короче, не знаю, как это правильно. А, это еще и вопрос. Я хочу идти по заблокированному киду. Или киду, состоящему из блоков. Не знаю, как это правильно. Привет, Белис. Ой-ой-ой, понятно, что такое блок-кит. Да упоролся автор. Главное, бантик есть. О, музыка из Соника. Есть что по хитбоксам, ну. Зато пульки большие, смотрите. Вуз. Ну. Да. В смысле? А. Это, господи, зачем? Зачем? Так, боже, говно. А, можно упасть, блин. Блин, с точностью до пикселя, короче, движение. Да как? Бус. Зарю, а зачем? Все равно ему стрелять придется. Потому что Айвана, если где там руками трахаться, то это не Айвана. Студия Красный Квадрат. Бутейл дизайн. Квадратная версия. Пророку бы понравилось. Пойду пофиг. Да ну, как-то плотненько. Зато у этого персонажа просто идеальный хитбокс. Он просто идеально вырезан. Пиксель, пиксель, я уверен в этом. Не, я поел, так что норм, могу посидеть. Да блин, там какая-то срань. Кого-то он пинает. Чуть-чуть надо было еще прыгнуть. И чем же это в тему? Привет, Ценрир. Ну, Соник же. Ты чё? Ну ты чё, Соник?
Это Sky Sanctuary. Пародия на Супер Мит Боя. Блин, вот это они. Ну, их не могут число придумать. Блин, ну давай же. Привет, Найтрики. А, ну нормально. Наверное. Но на харде-то. Блин, не прёт, короче. Сейчас, чуть-чуть ещё попробую. Если нет, то... в голосовалочку. И вы за нее, конечно же, не проголосуете. Вряд ли. Хотя... блин. Ну, Гоги взял и спрерил. Давай же. Есть. Фух. Ой, ну это удаляет. Ты что, посчитал? Серьезно? Короче, вы поняли суть. Это что такое, что-то угадываем по полу. Итак, следующая игра с очень таким странным названием, потому что я сейчас вам скажу, как она называется в оригинале, то есть вот именно она прям именно так называется, то есть я не перевожу и так далее, она называется «Маленький человек 4». Вот это полное оригинальное название. Она прям в таком названии выложена в Айвана Вики. Стрелять, чтобы начать. Не, ну мне это радует надпись уже. Что? Может, а можно еще крохот не было сделать? Ядрить, просто смотрите, как это выглядит именно вот на мониторе. Вот видите, монитор, да?
И вон там, вон там, вон там он есть кит. Несите телескоп. Привет, Барсенка. Нажми X. Маленький человек, это ты? Да-да-да, Хиппи, вот. Прошел экран, пошел в игру. А как сохраниться, я не понял. Оно не сохраняет почему-то. А, надо прям в ней что ли стоять? Блин, очень странный сейф. Ну блин, какая-то шипастая не очень, честно говоря. Это что за пытка? Эта игра называется «Маленький человек 4». Пресс стрелять, чтобы начать. А кто ее делал? Знаете, кто ее делал? Он в группе в Польше есть? Да, пиксельный зашкаливает. Да, наконец-то триквел решили продолжить, выпустили четвертую часть. Ну, кто-то поговаривает, что уже конвейер, но, по-моему, каждая часть по-своему уникальна. Пушкин ник. Лол. Но радует, что в Айвана Вики нету ограничений на язык. То есть игра только на русском языке и, ну как, языке, ну заголовок, да, скажем так, и ее допустили все равно. О. Блин, ну очень тупой сейф какой-то. Что это, блин? Ну блин, это какой-то тупой момент. Вам не кажется? Ну это не очень простые прыжки, я вам скажу. И страница игру запускает, а там пристреляет, чтобы продолжить, и все пройти не может. Да блин, как там прыгнуть-то? Жесть. Еще такие шипики, блин, маленькие, лол. Какой-то минимализм. Как это вообще замикрит? Хитрит. А как это замикрит-то? Ух ты, жесть-то. Ну, получилось. Получилось, лол. Ну, походу.
Ну да, тут вся игра, короче, в одном экране. Что с тобой, Ксенриер? Вот это технологии, да, вот раньше, когда были игры, там всякие на Сеге, на NES, там не было возможности весь уровень памяти держать. Здесь можно. Двигать экран? Ну, мышкой точно нет. Что сейчас было? А, это рестарт. Привет, Стэнли. Да, кто-нибудь хочет посчитать, сколько тут треугольников? Каким образом ты обходишь недоступные смайлы? Зачем было делать сейф, ну, то есть, ну, почему я должен обязательно к нему подойти? Это, мне кажется, тупо. Короче, мы это тоже заскриним. И пока перейдем к следующей. Перейдем к следующей, но в принципе на самом деле мне интересна вот эта игра. Ну, по крайней мере, что-то хоть чуть-чуть необычное. Ну, правда, шипастые, конечно, прыжки, но они вроде бы... Я бы не сказал, что они прям сверхсложные какие-то. Ну, в принципе, нормально вроде. Это что за ссылка? Я понял. Картинка через ссылку на чат. Привет, Радозер. Следующая игра мне уже не нравится по названию, потому что вы знаете, что бывает с играми, которые начинаются на I wanna kill Steve Urkel. Ничего хорошего там не будет. Она не запускается. Почему-то. Не знаю, кто такой Стив Уркел. Но она, короче, не запускается. И знаете, что пишет? Light.exe has expired. Ладно, тогда мимо. Не знаю, не запускается. Ну, я думаю, и хорошо, что он не запустился. Так. I wanna see 3 years. То есть я хочу увидеть 3 года. В смысле, чтоб кому-то дали 3 года или... Непонятно. Да я несколько раз пробовал. Капу как зовут? Не знаю. Джастин, наверное, нет? Это что за ссылка? Зачем?
Три года проходить будешь. Комп не потянул, не знаю. Привет, Торкил. Плеер ВГ не прогружается, в смысле. Дропов ноль. Работает стрим нормально? Не знаю, короче. У меня сегодня кейген вылетел с ошибкой. Какой? Медиум. Четыре иероглифа. Так, ну, что-то... Что-то знакомое, похоже на Blow Game первое. Да? А почему мы с четвертого экрана начали? Вообще, кто придумал шипы контурами делать? Ну... Скорчи рожа? Ну, не, я не могу, когда мне не из-за чего. Привет, Алексей Альферов. Да, у Алексея Альферова сегодня... Сегодня день рождения. Все можете поздравить. И, собственно, от себя поздравляю. Да лол, а куда тут? Почему замашнил-то? Да лол. А, затраливание. Ну, тортики, тортики. Только там не объешься тортиками-то. А то много тоже вредно. Где сложность? Ну слышишь, ну дай отдохнуть-то, ну. Чё как не человек-то? Да блин, а где я? Забыл, что где я провалился. А, так, где? Раз, два, три, четыре, пять. На шестой по высоте полки летит шип. Все устроен, товарищ диабет. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то вот есть. О. Так. Ну блин. Да лол, ну хорош. Да где? Да реально-то блоки. Ой, тоненько. Сойдет. Голосовалка будет в конце стрима. Ну не в конце стрима, а в конце, как мы разберем. Разберем все айваны, которые вышли. Я кину вам голосовалку и документ со скриншотами, чтобы. Ну, вы же не помните, какое название, что означает, да? И вы проголосуете, в какую игру буду играть до конца стрима. Ну, либо пока вы не напишите, что ну хорош, задолбал уже. Привет, плюшечка. Яблоки не собираю, но они не очень сладкие, они кислятина сплошная. Ой-ой-ой. Это уже девятая Ивана.
А, вверх едет. Ну, девятая на восьмую, а восьмая не запустилась. Бананчик лучше. Но бананчики пока что что-то не завезли. А, блин, там наверху шипы, я забыл. Там все-таки надо разок хотя бы прыгнуть. Я не вижу шипы почти, это жесть полная. Очень, очень зрение напрягает. Так, понятно, потом еще прыгнуть. Шипы. Го сюда, куда? Да зачем? Ты думаешь, там секретка? Да это жесть. Ну вот, все показал, там ничего нет. Создан челлендж, начни играть в Блид? Теркил? Блин, Теркил, но только это, смотри. Нет, ну я понимаешь, я не знаю, насколько это сложно. Только пистолетами и... Ну, аркадная сложность. Не, давай я тебе не буду обещать, что именно выполню твой челлендж, но хорошо, я пройду вне очереди. Ну, то есть, в ближайшее время, если это наберется. Согласен? Ну, потому что я не могу принять челлендж, который я не знаю, насколько сложный. Ну, то есть, я игру не представляю, а вдруг это я буду год выполнять. Но тогда это за 200 пикоинов год выполнять, это как-то не круто. Плюс, ну тогда хорошо, тогда принимаю. Ну, я посмотрю, то есть, если это приемлемо, тогда я попробую это выполнить. Но, говорю, ну только если это приемлемо. Ну, то есть, я к тому же, если мне игра понравится, ну, короче, я, ну, по-честному буду. Если мне будет приятно в это играть, то я это сделаю. По схеме Defender 200 плюс пикоинов за игру за 1,5 часа. Нет, понимаешь, Белес, просто фишка в том, что мне давно Теркил уже на нее, можно сказать, задонатил тем, что он саму игру мне подарил в Стиме. Вот, и я обещал пройти, но просто, видимо, он хочет уже побыстрее, а я как бы ее куда-то там в очередь поставил, и эта очередь далеко. Ну и знаешь, как это бывает, типа, хочешь быстрее в очереди пройти? Что надо делать? Ну ты знаешь. Тор! Ага, челлендж уже набрал необходимую сумму, да? Хорошо, Теркил. Скоро, наверное, в четверг может. Ну, посмотрим. Ну, короче, я тебе в Steam напишу перед тем, как пойду. Если хочешь, давай договоримся так, чтобы тебе было удобно, что ты мог посмотреть. Убить их костылем зайти без спроса.
Когда удобно, там начинаем. Ну, короче, как вот, ну, в ближайшее время будет стрим, но чтобы не совсем вечерний, да, то есть, ну, как бы под вечер я не особо хочу, потому что, ну, какую-то новую игру там, тем более, да. А Ивана это одно, а такие игры другое. А вот что-нибудь там типа четверга там, или может быть, ну, посмотрим, да, то есть будет скоро, короче. В Steam напишу, если что. Так, ну что-то мы на этом экране засиделись уже как-то нехорошо. Меня так с продуктового магазина выгнали. Ты костылем кого-то там избил? Да, блин, ну... Я там боюсь не сделать второй прыжок. Там как-то оно не круто. Да ну, он застревает просто. В этих платформах. Дурацких. Прыгнул, блин. Вот я прыгаю, а он как бы застревает и сразу же прыжок заканчивается. А если прыгать слишком много, то... Ну, блин, я могу улететь. Короче, не крутой момент. Ну вот видите, сейчас я опять застрял, но прыгнул второй раз, и в итоге не круто получилось. Ладно, давайте тоже-то там, тоже с этой игрой пока покончим. Где, подождите, ищу где следующее. Не понял, она не скачалась, что ли? Секунду. А, нет, все, она скачалась. Просто я... Она сокращенное название. Короче, следующая игра... очень таким, я бы сказал, философским названием. Я сразу название переведу на русский язык. В переводе она называется «Я хочу страдать, но почему?» То есть «I wanna suffer, but why?» Дебаг. Почему-то надпись. Да, почему? Почему я хочу страдать? Чё, Avoidance, что ли, или чё? Понятно. Что это? Я прошел! Я прошел! Ох, ты ж... Это лучшее просто, Иван. Ну все, плюс одна Ивана в списке пройденных, я потом ее в таблицу занесу. Игра пройдена за, там, сколько, за 30 секунд или типа того. Ой, чатик закрылся случайно. Блин, надеюсь, сообщения не пропустились.
А голосовать за эту игру уже никак никто не будет, потому что я ее прошел. А, самая короткая песня в мире. Блин, так там не было выбора сложности, Джокер. Спидран на YouTube, ну да, кстати. Так. Ну да, то есть пока мы тут играли, выложили следующую игру, новую. Я ее сейчас попробую скачать. Плохая игра, очень ужасная игра, в которую никому не надо играть. А весит на 170 мегабайт. Ну, в принципе, качается. Ну, давайте я пока вам запилю сейчас так документик. Так, документик. Не, да где там? Разве не было? Там не было выбора вроде. Так, сюда. Сейчас на Twitch. Да в смысле? Да, это где там другие сложности? Вы... Да ладно. Ну, ок, попробуем. Error opening binary file. Ошибка. А, тьфу ты, я из архива ее запустил почему-то. А, мид... А. Проходи ее на каждом стриме. Блин. Ну причем, блин, еще Нику там. Блин, бежать как-то раз. Как я там выжил-то? Или там налево все-таки прыгнул? Я не помню, я как-то направо там отошел. Не могу понять, как у меня получилось. А, нет, налево не вариант. Ну я-то прошел на медиуме, а это как бы impossible. Блин, надо чуть-чуть дольше ждать. Я понял. Надо чуть-чуть дольше ждать. Блин, ну это слишком долго. Ну.
Да какая серия боссов? Забей, это просто не убрали выбор сложности, как обычно. Наконец-то до последнего босса дошел. Ну, я тоже рад этому событию. А, все, я понял, что надо потом. Блин, да ну серьезно. Пройти всю игру на Impossible и сложности, убить последнего босса и умереть уже после босса, вы представляете? Да ну как? Умри на последнем шипе, ну. Да я не допрыгну опять. А, допрыгнул. Я прошел вторую игру в жизни на Impossible. Вторую Айвана. Все. Вот так вот. У нас на стримах проходит Айвана на Impossible. И у нас осталось 20 секунд до скачивания с новой Айваны. Да ничего, да Джокер, ты не понимаешь. Большинство айванеров, когда делают игру, они берут за основу движок, ну, один из движков, который есть, ну, в наличии, да, исходник. И в этом движке уже есть стандартный экран, титульный, выбор сложности и просто простенький там уровень, да, и простенький босс. И вот этот вот выбор сложности, они просто, им лень убрать его. То есть, поэтому... Даже в любой самой тупой Айване есть Medium, Hard, Very Hard и Impossible, хотя, ну, это совершенно им не нужно, этим играм, но их просто не убирают, вот они и есть. Но разницы никакой нет. Гордость переполняет. Да нет. Обычное прохождение на игры на Impossible, что для меня это каждодневное действие, так что какая гордость. Да, это Crimson Needle 2. Ну, вы понимаете, это Crimson Needle. Это Crimson Needle. Радуйся, Гиллаж. Ну, тут даже нечего говорить. Я первый сейф не возьму, скорее всего. А что такое лик, no leak? Не, ну в данном случае хиперреально. Первая Crimson Needle достаточно известная игра. Тут как бы без шуток. Да вы посмотрите, мне эта игра надо без сейвов пройти. Серьезно. Мне надо весь этот экран пройти без сейвов. Ну, в общем, вот. В общем, вот. Я, конечно, поставлю ее в голосование, но... Это такое.
Кидаю ссылку на голосование, номера соответствуют номерам в документе. Меняют контур кита. Привет, Максинский. Ну, не суть. Итак, короче, ждем голосования. Ой. Я отойду на буквально 2 минуты. Вы пока проголосуйте за игру, которую мы будем играть, ну, где-то еще полтора часа. Ну, это ваши голоса. Ваше право. Хорошо, я поиграю в Crimson Needle 2. Ну, Тор, чё ж поделать? Я выполняю обещания. Хотят, так хотят. Да это по-любому твичевские промашнили, которые привыкли смотреть на такое. Но только они не понимают, что я первый экран не пройду за полтора часа. Давайте тогда сходим в опции. А, понятно. Что такое No Lead? Не понимаю. На какую кнопку? Ctrl-R? Не, никакую. Что-то мне говорили там. А, кнопки 1-5.
It's... Блин, ship time, я не знаю, что это. А, лук? Мы без лука. Ну да, типа позже. Что-то саундтрек тут как-то не очень. Но это типа топ игра среди именно шипованных айван, насколько я понимаю. То есть, ну типа как бы качественная. Кстати, а кто ее авторы? Можете подсказать? Кого потом проклинать всю жизнь? Кроме голосующих, конечно. Кейл, Зерго Джи, Ник Эппл и The New Geezer, ну понятно. Хотя вот у Geezer есть же Kill the Guy, хорошая игра. Вот Geezer заняться больше нечем. Не, ну вы всегда можете переголосовать. Но, к сожалению, в том же опросе нельзя переголосовать, но вы можете создать новый и вкидывать его в чат до бесконечности, пока не выпадет нужный вам вариант. Как бы такая машина предусматривается. Но только уже вы будете сами этот опрос создавать, а не я, чтобы я не отвлекался на это. А, Geezer босса делал? Ну, понятно. А, ну босса, ладно. Гуги, а ты в такое играешь? Владиславу, это всегда можно было. Это всегда можно было. Просто этого ни разу не было, потому что, ну... Ну, не знаю, так получилось. Но, как бы, по сути, мы всегда могли сменить потом игру все равно, если зрители хотели. Это сотая комната первой части. Прогресс! Потолок убивает! Почему? Ну... В этой игре все убивает, блин. Не знаю, что за две идентичные стороны и две картинки, честно. А, начинаешь от портала. А нам в центр надо или налево? Вопрос. Может музыку какую-нибудь включить? Индивис, есть такая. I wanna be the opposite. Уже все перепробовали. Каких только нет, Айван. Да, конечно, мультиплеер. Я на самом деле до сих пор не понимаю, почему нет Айван с мультиплеером, кроме Боша.
Причем в Гоше он довольно ущербно реализован, а почему полноценно не сделать? Ну, было бы круто. Ну, если там выиграет в голосовалке что-то другое, то скажите. Так. Сейчас я Найтбота тогда включу. Можете реквестить музыку на Твиче. Вот таким образом. Есть? На кривой на японском? Что-то не слышно. Реквест есть, музыки нет почему-то. А, вот, погнали. А, просто свернутый браузер не играет, понятно. Нет, я не буду голосовать, только вы голосуете. Блин, ну что это за... Ну... Так вы не смотрите, эти глаза устают. Нормально. Блин. Я в четвертом мире на Боше, где вверх-вниз пролететь надо перед Гравитроном, больше 10 минут не выдержал. Да ладно. Башня же изи. Не, ну за 10 минут, конечно, ее не пройти, в первый раз играю. Экран мелькающий, но... Не знаю, больше вся приятная, в принципе. По крайней мере, по сравнению с вот этим вот. Ее можно хотя бы растянуть? О, можно растянуть, отлично. Как лучше шипы буду видеть.
Блин. Не знаю, смогу ли я первый экран пройти. Ну как-то вот тупо, что сейвов очень мало, то есть, ну, зачем такое делать, непонятно. Самая сложная Айвана игра, из которых я играл именно. Потому что если не из которых я играл, то на лоу посмотри рейтинг, он там вот, более-менее объективный. Какой-нибудь там Хэппил второй там, ну, это как бы тут. А если из которых я играл, ну... Какая разница, кто-то проходил или нет? Его же теоретически возможно пройти, правильно? Камилию 3 тоже долго никто не мог пройти. Тут Гоги много напряжных прыжков, я говорю, ну вряд ли я это, мне кажется, пройдут экран. Я лично не особо в это верю. Ну и первый можно пройти. Ну второй-то сложнее же вроде. Но только в Хэппере дело даже не столько в сложности, сколько в жутчайшей наркомании просто. То есть я не понимаю, ну кому это может удовольствие доставить? Ну вот хоть одного человека покажите. Кому это удовольствие доставляет? Именно не сложность, а вот эти вот... Ну, то, что там происходит. Я как-то этого не могу понять. Так 40 тысяч хп это выносится там быстро с помощью фишки крутой. Привет, Анон, 70 тысяч. А, то есть кто-то пытался Хэппил пройти без гудмода, да? Идри. Не знал. Ну, то есть там, в принципе, реально пройти получается. Какая больше всего нравится, опять же, из тех, которые я играл? Ну, вот Get Wrecked очень понравилось. Get Wrecked очень хорошая Айвана. В принципе, понравилась Айвана Биза Galaxy. Ну, конечно, в ней есть тоже свои недостатки. Но в целом неплохая. I Wanna Take the Time Machine очень нравится. Хотя я сам в нее играл только пару мест, ну, так скажем, несколько экранов, и причем не первых. Так и сказали, кроме Боша.
вопрос был, кроме Гоши. Ну, как бы, учитывая, что я прошел там 20 чем-то Айван, да, то сложно говорить, что прям у меня такой опыт. Даже теоретически не проходится, тогда это не игра. Тогда это не игра. Ну, то есть, это я, это нельзя назвать самой сложной игрой, то есть... То есть, можно сделать игру, ты где-то начинаешь и сразу умер просто, да? Вот так, со всех сторон шипы просто вот, и все, да? Ну, и это можно тоже назвать, что ли, самой сложной игрой? Нет. Самая сложная игра должна быть, которая проходима теоретически. Хотя бы. А есть там атаки, которые даже теоретически непроходимы, ну это... Это не игра. Вот Камелия третья, она охренеть сложная, но она не просто проходима, ее уже прошли и даже заспидранили. Ну что там? Хиппи, заканчиваю упарываться, серьезно, мне такое не нравится. И, кстати, реквесты кончились. Вот тебе нравится это понаркоманить. Так что дропать-то? В смысле дропать, если вы сами проголосовали, что, чтобы я поиграл именно в эту игру? Это же ваше желание. Ну, возможно, не твое именно, но большинства. Ты рестайлер, что это такое? Если это музыка, то ты можешь ее зареквестить. Да блин. Ну вон, посмотри, реквестит люди, видишь? Так же делай и все. Воспитательный знак, song request, пробел и ссылка на YouTube видео. Можно только сам вот этот YouTube ID, можно полную ссылку, без разницы. Но она не должна быть больше 10 минут. А также там не должно быть всякого бреда, типа как вот хиппи там зареквестил, потому что я это просто переключу. И все равно этого не будет на стриме. Да ладно, Гоги, что такое-то? Не, Гоги, там вон Крейфиш с Варом спрашивает. Путинский. Д
Да блин. Не, вот наверху надо было по-любому сейв делать. По-любому наверху надо было делать сейв. Ну, игра на стабильности, на выносливость, короче. То есть, сами прыжки не особо прям сложные, да, вот как бы в отдельности каждый взятый. Но, блин. Просто на выносливость именно, что тебе нужно каждый из них сделать с первого раза. Рэпчик пошел. His palms spaghetti, knees weak, arms spaghetti, there's vomit on his spaghetti, spaghetti, already he's nervous, but on the surface he looks calm, spaghetti, did drop mom spaghetti, but he keeps on forgetting what he wrote down, he keeps on forgetting, he keeps on forgetting, he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes spaghetti, he opens his mouth, а с луком это типа легче что ли? Блин, я еще и на харде начал. Ну, правда, разницы что-то я не вижу. Ну, дальше, наверное, будет. Вот теперь с бантиком. Но наверху написано medium, а было написано hard. Зато сейвов будет больше, наверное. Еще разница, ну да. Прицела. Меня тут заставили, короче, играть в Crimson Needle 2. А, только для бантика? Ну, это тупо. Ну, раз разницы в сложности нет, давайте-то на харде, чем мы тут не очень. Да ладно цвет, да ладно цвет, тут ужасная сложность. А, с бантиком, типа, сложность, да? Это такое. Можешь, Сова, зареквестить музыку на Твиче? Если хочешь. Что это музыка? Как будто знакомая что-то. А, из Бэтмена? В смысле? Так мне уже сказали, что надо в центр идти. Ты пытаешься меня затроллить, чтобы я пошел налево, а там окажется ничего. Чё, что стримить-то? В смысле, чё стримить?
Ну, скинь скрин, что в центре. А что такое аул? Я, короче, тебя вообще не понял. Что такое лазер спид? Да просто оно, эта игра не для меня, это не мой уровень, и мне не очень интересно. Поэтому, как бы... Вы почему-то проголосовали, чтобы я в это играл. Возможно, вы тут первый раз, или типа того, но... Понятно. Из Бэтмена нормально. Ну, потому что, во-первых, здесь очень нужна стабильность высокая. То есть, видишь, сейвов вообще нету на экране. И, как бы, это довольно сложно. Блин, ну я дурак. В смысле, я же ответил. Я не знаю, что такое аул. Ты напиши нормально, в одном сообщении. Ну, я вам дал 3 минуты проголосовать. Кто успел, тот проголосовал. Я знаю, что аул это деревня. Но в данном контексте что это значит? Аул это сова. Это мощно. Получается, ты злая деревня в горах, что ли, да? Ау из Ангарии, Ну да. Да блин, ну давай, дурацкий прыжок. Феликса? Феликс. Знакомая игра, но я не проходил. Что-то я забыл, на ютубе-то забанит это видео, ну ладно. Ну надеюсь хотя бы... То есть монетизации лишат, но я надеюсь полностью не забанит вот это. Это была лучшая попытка в моей жизни.
даже, давай же. Так, Алексей, зачем ты спрашиваешь? Ну, тебе, если это сюрприз, то... Ну... Как бы тебе не лучше узнать об этом потом, а не заранее спрашивать? Ну, не знаю, как бы... Я лично такого не понимаю. К тому же это может поставить неловкое положение. Такие предположения. Ну, вообще, я имею в виду, не именно это, а вообще... Ну, то есть. Прикольно же, ты зашел, а там ничего себе, а там такое, просто стрим века. Блин. Стоп, это разве не тот случай, когда можно было просто жать блок? Да... Я жал прыжок мысленно. Так провел жизнь в интернете. то есть скорость больше нужна, да? Ну, два и больше, я так понял. А, да ладно, имеет значение, четное или нечетное? Это довольно странно и непонятно. Почему? А в этой игре, я так понял, типа 100 экранов, да? Да, блин. Какое-то здесь такое, знаете, нечеткое и нестабильное. Скользкий пол, можно поскользнуться в любой момент, оступиться. Нет, какой коллап, ну вот встал. Заканчиваем сейчас через час и все. Адекватный экран, ну смотря с чем сравнивать, конечно. Но это ж первый экран, ты понимаешь, это типа изич. Ну так, для разминочки просто. Владислав, я и так уже стримлю восьмой день подряд, то есть вот
прошлый выпуск I Wanna Play The New... Как там? Я уже забыл, I Wanna Play New I Wanna Games, да? Был в прошлую субботу. И потом я стримил воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. И вот опять суббота, и я стримлю. И вот эти каждый день стримил. Надо и отдыхать немного тоже. Вот вы упарываетесь там. Ну вот 4 было по высоте. Я уже купил билет. Сова. Купил билет на игромир. Да как? Как можно было не попасть? Да, на пятницу, на 2 число. Ой, чувствую, там народу будет. Ну, я имею в виду вот даже именно знакомых там стримеров, зрителей и так далее. Просто тьма тьмущая. Да, конечно, на один день, да там нечего делать больше одного дня. Я обычно там даже до вечера не задерживаюсь. Не знаю, может быть, с толпой народа будет как-то повеселее, посмотрим. Но в любом случае только один день точно, потому что как минимум дорого. 1100 рублей стоит билет. Да, ну тут есть карта Medium, отличается он бантиком, мы уже выяснили. Ручку автограф? Не, Гоги. Скорее я буду брать автографы. Вон там всякие фабинисты приедут. Да, Владислава, один день. Ну ты если хочешь, ты можешь Владиславу... ну, мы там договориться с нами и, ну, просто встретиться, то есть, например, Defender, он тоже не пойдет на Игромир, да, но он, ну, гулять с нами пойдет. Но мы, ты можешь, короче, договориться, что мы тебя где-то поймали, отловили. Распишешься? Ну, не знаю. Автографы нынче... Дорого стоит. Знаешь, график загруженный. Всем не угодишь. О, это из червячка Джима. Само собой. Не, ну Владислав, кто тебя знает, ты можешь и не прийти. Штаб НТК поймание. Ты знаешь толк в реквестах, но голосующие не знают толк в играх. Сто лет бы не играл в эту игру, вот честно. Вот Тор меня понимает. Да, хотя я думаю, тут почти все понимают, кроме тех, кто проголосовал Пека. Расписывайся только тем, кто боже проходил. Хорошая идея.
Так что, сова, можешь приступать. Причем изи не считается. Изи прошел, то не больше. Ты знаешь, что ты не голосовал, ты уже 10 раз написал. Голосовал за 3 года? А что там 3 года, я уже забыл. Total... Чё? Total Very Rage на изите прошел? Чего? Обещание даже взял. Первый мир на Average прошел? Лол. На стрим? Не, ну картофель жесток. Но шарит. А, стелс-шипы на потолке, я понял. А, не на стрим. Ну не на стрим, это такое. А где пруфы, что без читов там и все такое? Да, белая фигнюшка это портал, да. Что такое Very Rage, серфер? Ты там, серферов, сиди, садись, не волнуйся. Там, налей еще. Тут все свои. Только закусывай желательно. А то совсем плохо будет. Да блин, я хотел нажать прыжок, обещаю, хотел. Обещал нажать, но не нажал. Нету Total Very Rage. Есть Total Average, а есть просто Rage. Вот. Точнее, You're Gonna Rage мод. Синрир, у Алексея Альферова сегодня день рождения. Так что, поздравь и не приставай. А, VIP-стрим? Ну, понятно, что с вами. Какого гая? Что-то я пропустил, да? Вроде нет. Да блин, какой там точный прыжок надо сделать. Двенадцать часов подряд предлагал выиграть. Ну, го. Как же это... Это такой легкий прыжок, ну... Ну, блин, я почему-то суетиться начинаю. Вот именно суетиться начинаю. Как бы стараюсь перемикрить и перемикриваю. Или не домикриваю. Ну, короче...
Да блин. Вот, в принципе, в этом прыжке весь уровень, потому что дальше там... Ну, честно говоря, дальше надо с первого раза проходить. Когда я только вот там спущусь вниз, там уже дальше надо с первого раза перепрыгивать. Время очень медленно идет. Вот обычно время пролетает за такими стримами просто невероятно быстро. А сейчас я посмотрел, где-то часа полтора назад было 19:02, а сейчас 19:16. О, это же этот Пакман, да, по-моему? Какой песни. На том прыжке просто от определенного пикселя потолка прыгнуть. Жал, отвечаю, жал. А вы что, хотели до следующего экрана видеть уже? Бомбануло после нуля смертей на гравитроне. В смысле, после нуля смертей на 0,8 секунде. Интересно. Как можно после нуля смертей уже бомбануть? Чё-то какой-то некрепкий. Ну тут уже как бы просто не смог. Там довольно микро все-таки прыжок.
В итоге окажется, что идти надо все-таки в центр. Вот. Что-то мне так кажется. И тот чувак просто затравил. Потому что тот скрин, который он кинул, это вообще непонятно из какой игры, это может быть из любой игры совершенно. Ну просто налево пойти легче, чем в центр. Поэтому поверим пока что. Ну, не знаю, с той игры или нет. Да блин. Просто когда пытаешься сделать микропрыжочек, порой нажимаешь кнопку так слабо, что аж не нажимаешь. Это скорее всего особенность клавиатуры, я точно не знаю. Да не говори, Годи, вот упарывается, да? Да блин, ну прыгай ты. Да... Не, ну возможно, что мы увидим сегодня второй экран. Как? Надо первый прыжочек походу делать, ну, как можно правее, то есть почти до шипов. Либо надо опуститься ниже и потом, наоборот, сделать выше прыжок. Как увидеть Париж умереть? Ну, привет, Диву Ираклию. Как-то да. Не, ну на самом деле... Еще время есть, поэтому никто не хочет переголосовать. Так что мы будем, я так понимаю, оставшееся время в это упарываться. Неужели? Ну его нафиг. Ладно, поверю, что этот экран был с этой игры. Бред, Фейсген. А, это был нулевой экран. Вот первый экран. Что-то музыка знакомая. А, ну она была в этом, я понял, она была в Нико-Нико долго или это мидли. Такое ощущение, что этот экран проще. Ну, мы увидели второй экран.
вот эту вот неприятность. Там надо встать на выступ справа. Ну-ка. Опа, секунду. Тут музыка изменилась. Блин, да лол. Или там одинарно можно перепрыгнуть? Нет, одинарно там не перепрыгнуть. Значит, надо встать на тот краешек. Да, но его экран обучения. Отсеиватель, так сказать. А. Жесть, Тор. Тор, ты видишь, какой у меня прогресс? Ой. А, да, реально уровень в виде цифры сделан. О, проходится что-то. Почему-то нулевой экран был такой же. Зашибись, пенка, но это же не пена для ванны, это шампунь. Мне кажется, это не одно и то же будет. А почему этот уровень не сделан с цифрой 3? Нет, да даже без центра он был жуткий. Ну, сколько я на нем просидел, сколько я просидел на первом, на втором, сравни. Так что там даже без центра все равно. Ну блин, это же как в Good Level Design момент. Не, ладно, все-таки, наверное, эта тактика лучше. Да блин, ну что ж я вправо-то жму, там надо... Вот, да, только надо... Ну... Да что ж, ну давай. Да должно получиться. Ну чё? Что такое? Ну не знаю, Ксенрир, кто бахал. Если пройдешь, то дальше стоит играть, ну, может быть. Ну блин. Да, не, кстати, что-то прыжки, реально такое ощущение, что некоторые немножко заимствованы с Good Level Design. Ну смотрите, да, вот, вот этот длинный, вот этот вот вниз. Да, и справа. Нет, это точнее Good Level Design бошевский. Но только переделанный.
Четвертый. Ну, благо Good Level Design я тренил. Что Калиманда? Да блин, он не сделал эту игру. Мне уже писали, кто сделал эту игру, другие люди сделали эту игру. Impossible Game? А, да это же известная игра, Тор. Impossible Game — известная игра. Поиграй. Сейп в середине экрана, да не... Ну ладно, все равно. Сейф есть сейф. Не, ну что-то, кстати, сейчас такие экраны пошли не особо сложные. Что-то прям я не... Для меня неожиданно это. Я думал, тут должны быть вообще прям раздирающие просто в мясо экраны. Ну. Ну и где там Калиманда? Ну, только первые, но все равно, даже первые. Не, ну просто я думал, что я вообще максимум один экран пройду за оставшееся время. А я, смотрите, я на четвертом экране. То есть, на каком бы я экране в итоге не остановился, для меня это уже удивление. То есть, я уже все мыслимые пределы, так сказать, достиг, которые я думал, что не достигну в этой игре. Блин, долгий путь там налево. Но это уже сложненько. Из-за того, что опять очень много всего надо сделать без ошибок. А, Кайл, это Калиманду. Понятно. Понятно. Ну блин, ну это потный какой-то прыжок. Запускай Sound Request? Да нет. Вполне... Вполне адекватная музыка, приятная. Не рестартится.
А я так понимаю, в оригинальном Crimson Needle там нужно было на том экране сотом в центр идти, да? Кейл делал весь платформинг, Гизер и Никейл делали босса, Зеро помогал с кодом. Привет, D3 Арчи, спасибо за информацию. А, из центра, ну мне кажется, это проще. Ну, учитывая, что это был последний экран, ну, вроде терпимо. Не, ну скажем так, вот этот экран, вот четвертый, да, мне точно под силу. Может быть, я его даже сейчас пройду. На любом случае, как только закончится стрим, эта игра дропается. Блин. Ну я как бы игры, айваны и сейвы обычно не удаляю. Я их просто перемещаю в папку дропчик. А игры, которые у нас на рубрике I wanna play new, I wanna games, они, ну, соответственно, отдельные папки к этой рубрике. Так что, в принципе, если в какую-то игру я играл в Айвану, то у меня, ну, даже если она совершенно упоротая, там, на всю голову и так далее, да, у меня все равно все сейвы остались. А, там гораздо больше шипов. Нифига себе, блин. Вырезал, блин. Это Crimson Needle 2. Видишь, вот я сейчас прыгаю багровым шипом. Да, это та же. Это видишь, это четвертый экран. А тот, который ты видел первый экран, это был нулевой экран. Тут персонажа можно менять в любой момент. Видишь? Не, ну хорошо, что тут хотя бы сейв поставили. Если бы надо было весь экран пройти, ну это было бы уже пипец, конечно. Печально. Весьма. Что ж ты, ну блин. Я боялся об шип еще умереть, который справа сверху. Соскальзывает что-то. Какая-то у него, мне кажется, физика немножко медленная. Не пойму, что-то. Как-то он долго парит, и я из этого не могу, как сказать, правильно прыгнуть. Или я просто уже упорот, не знаю.
Ну давай же. Почаще бы доходить до туда, и нормально было бы. Как будто... Да, вот что-то вот... Какое-то странное чувство. Вот как-то вот оно очень долго парит. Стоп, стоп. Секундочку. У них физика разная. У треугольника физика как у Боши. Жесть. Это не просто текстурки. Гриманду не хотел расставаться с Боши, но... Вот, видите, он не парит, а нормально там прыгает. Ну что ж ты упираешься-то? Плюшечка, я тебе больше скажу, это был нулевой уровень. То есть после него был уровень один. Лишь бы меня не заставили потом в прыжке переключать персонажа. Стоп, а какая физика вот у этого, например? Ну, по-моему, такая же. Ну, походу, у всех одинаковая, кроме Боши. Интересно, а почему Боши сделали красным? Типа копирайта, чтобы не нарушить? Да не одинаковые, нифига. Блин, ну неужели я настолько упорот? Ну, по-моему, она не одинаковая. Блин, не знаю. Сейчас кажется, что вроде реально одинаковая. Вот этого поменял на кита, вообще другое совершенно. Вот смотри, видишь, он падает, да, по времени сколько. Блин, так кажется, что одинаковые. Блин, ну хз, ладно, неважно. Что нас в Белом доме, да, смотрят? Ну, нормально. Ну, пусть сами там переводят на английский. Комменты. Но только хиппи ты немножко переврал. Но я не делал вебку во весь экран.
Или там у них монтаж в реальном времени типа идет. Потому что там дурацкий прыжок. А ведь после того прыжка там... Ну, теоретически после того прыжка там можно пройти с первого раза. Ну, давай так. Так, а теперь кит. Блин, ну, хрен знает. В мидбое вообще у всех персонажей абсолютно разная физика, кроме разных вариаций мидбоя, там типа 8-битный и тому подобное. А что это такое? Какая-то презентация? Ну я, наверное, слишком рано делаю второй, да, прыжок. Ну, по физике да, но зато у Рю и у этого, у Dark Boss'а другой размер. Пулик. Но именно хитбокс рукой. Плюшечка, напиши по кириллице, я не могу это разобрать. У меня уже и так все перед глазами плывет. Так и думал. Но это вот единственное, где можно умереть, пожалуй, наверное. Привет. H4769. Да, it's Boshi time. Ага, не только там можно умереть. Сейчас пройдем. Сиквел, да, ну только тут Солгрина, наверное, нету. Ну блин. Вот так вот.
Блин, я, грубо говоря, 5% игры, да, прошел? О, в смысле, 4. А что если приквел? Типа тут закалку проходил, а потом пошел фигачить, да, Согрина. Тренировочный лагерь, короче. Блин, какой там, какой ужасный прыжок. Два прыжка. Давай же. Очень потный прыжок, по-моему. Не зря тут сейвы так рядом стоят, потому что это потное место. Я не могу прочувствовать, когда там надо. Вот почему у меня с первого раза получилось кидом там проникнуть? Что-то тут не так. Ну что-то тут не так, а мне кажется, что не только в текстуре дело. Или мне просто повезло? Точно только в текстуре дело? Я вот не знаю. Как-то не уверен уже. Хитбоксы больше, они возвращаются. Ну, Калиманду, ну не мог. Ну, он не мог просто удержаться. Ну, ну как же... Да и реквесты выключил. Да что ж такое? Чуть-чуть я не успеваю второй прыжок нажать. Или я соскальзываю. Да я же только что тебе ответил, да ты чё, лол. Ну теперь об верхний умер. Что-то там потник как-то. О, а там еще. Да ладно, а как там пройти? Что-то какая-то жесть, по-моему. Ну, хиппи, как бы, моя вебка, это, так сказать, публичный ресурс, поэтому, конечно, ты можешь использовать. Ну.
Умеренно, конечно. Ну, ты понимаешь, есть какие-то рамки, да? Ну. Если просто как фейспалм, то, конечно. Там огромная скорость, там сложно очень вымекрить будет. Блин, там тяжело. Да, Тор вообще что-то изи игра стала просто для детей. А мне кажется, последний уровень будет просто пустой экран, посередине стоит один джип, и надо просто пройти, перепрыгнуть. Но говорю, первые экраны, походу, отсеиватели. Ну тут что-то прям, мне кажется, переборщили, конечно, с прыжком. Или нет? Ну, или нет? Почти. Тем временем у нас уже выходит в наше время стрима. Осталось 3 минуты, но я закончу тогда, когда, ну, как обычно, когда посчитаю нужным. То есть это у нас, то есть я раньше 8 точно не заканчиваю, да, но позже могу, если захочется. Но сразу скажу, что то, что я тут надолго останусь, можно сразу не рассчитывать. Но хотя бы следующий сейф я, наверное, хочу взять. В идеале, конечно, бы пройти экран, потому что там будет смена обстановки. Интересно посмотреть, что там будет. Ну, это такое. Я очень устал. Я сижу на табуретке, и, ну, у меня спина уже что-то в мясо. Там не надо жать прыжок вправо, надо нажать прыжок, а потом вправо, походу. Да, сидеть на табуретке, потому что стул дорого стоит. Фух. Что за жесть? Так, ну это вроде легкий прыжок, хотя кажется сложным. Тут просто надо жать вправо.
что-то быстро. Это мне надо направо, что ли, встать? Ну что за жесть? Как? Ой, не ожидал. Что-то я не могу понять, а как у меня получилось-то, лол? Как-то надо более в это углубление попасть, я не могу. Эти айваны весьма специфичны. Да ладно, ну последний прыжок. Я бы увидел бы шестой экран. И отправились бы спокойно спать. Или кушать. Или что вы там? Что там нам надо делать? Русифицированная Индия? Только переводы или в смысле пиратки? А что ты сегодня Тор будешь смотреть? Да блин, ну да. Давай, прыгивай. Что-то у меня микропалец уже не микрит. Я не могу маленький прыжочек делать. В смысле такой же, как сегодня. Этот Shining Force. Ну, у меня завтра Star Trek, это. Так что я уж точно не приду. Кит, ты сможешь. Привет, Изи Роллер.
тут уже заканчиваем. Надо только вот этот экран пройти. Только вот этот момент пройти. Вот этот прыжок сделать. И вот этот прыжок сделать. А теперь опять машина. Машина. Оп. Так, вот этот прыжок надо сделать. Что я делаю не так? Машина, 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 машина. Ну и так далее. Ну давай. Это не так просто, как кажется. Это не просто прыгнуть направо. Это там надо... Если я правильно понял, прыгнуть с определенной высотой и только в, ну, в определенный момент надо направо жать. Ну, короче, там довольно тонкая механика. Да какая разница, спешить или нет, Владислав? Обычно, когда ты стоишь, долго думаешь, это никак не помогает, а порой даже хуже, так что, как бы, ну... Лучше я сразу сделаю, и если не получится, то быстрее приступлю к следующей попытке. Ну видишь, ну какая разница, вот, то есть я сейчас, ну, сложно сказать, что я спешил, я просто сделал прыжок. Причем тут спешу или не спешу. Ой, нафиг, пофигу на этого спама, не буду даже банить, у меня сейчас лень. Если бы была толстая механика, ну, то это было бы изич. I can see the stream. Ну, no, I'm sorry. Не знаю. Стрим же идет. Что там? У меня, короче, повис браузер. Ну и насрать. Привет, Снап. Ну ты уже под конец пришел. Сейчас, короче, допрохожу этот экран и все. Ну ты, наверное, только проснулся, да? Нет, подожди. Ты вообще спать должен. Что приперся? Время 3 часа ночи. Ну вот, я не тороплюсь, я не тороплюсь. Ну. А мне сказали, что изменится экран. Ну все, мы дошли до шестого экрана в Crimson Needle 2. И на этом мы ее дропаем. Дропаем, вот так и все. И на этом стрим заканчивается. Все, очередная у нас еженедельная рубрика заканчивается. Еще раз повторю тем, кто... ну, только впервые, может быть, на моем стриме и так далее. Я каждую неделю в субботу в 17:00 по Москве провожу обзор всех вышедших за эту неделю новых Айвана игр. И в одну из них, ну, вот как мы сейчас играли, да, по голосованию играем оставшееся время. То есть всего стрим длится как минимум 3 часа, то есть 17 до 20. Также бывает, что в другие дни я играю в другие Айваны, ну, прохожу.
Например, сейчас я прохожу Айвана Трай Эколаб. Но вообще, как бы, я стримлю не только Айваны. То есть вот завтра, например, у нас будет продолжение марафона по играм Star Trek, наконец-то, с Фабино, с комментатором и даже с игроком, как порой. Вот, ну так что все, всем пока. Спасибо, что сидели. Спасибо тем, кто сидел до конца, потому что была, так сказать, не самая веселая часть, да, с этим Кримсон Нидлом. Но я смотрю, довольно много людей все еще смотрят. Реально, спасибо вам. Все, всем пока, увидимся.